связи с проведением работ по строительству моста через реку Клязьма в период 25 июля по 30 ноября этого года предусмотрено полное перекрытие движения автотранспорта на участке улицы Фабричная от железнодорожного переезда до пересечения с Первым Советским переулком. Проезд к Первому Советскому переулку со стороны улицы Краснознаменская предлагается осуществлять через Пролетарский проспект. Проезд к Ледовой арене со стороны улицы Новая Фабрика через Первый Советский переулок с выездом на Пролетарский проспект и последующим съездом на улицу Краснознаменская.